В Казанском федеральном университете прошел ректорат, посвященный подготовке к приемной кампании приема иностранных абитуриентов. Первым докладчиком стал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Акцент был сделан на динамику привлечения иностранных абитуриентов. По его словам, по плану на следующий учебный год будут приняты 1465 обучающихся из дальнего и ближнего зарубежья. Из стран СНГ онлайн-этап отбора уже прошли более 3000 абитуриентов, а экзаменационные работы написали более 5500 человек. Показатель приема иностранных студентов – это один из самых явных показателей востребованности образовательных наших программ иностранцами, которые приезжают к нам, независимо от того, где мы локализуемся. Проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов рассказал, что институт наращивает число направлений подготовки, реализуемых на английском языке. Институт фундаментальной медицины традиционно находится среди лидеров по привлечению студентов из стран дальнего зарубежья. Однако плохо адаптированные иностранцы в больших количествах отсеиваются на последующих курсах. Андрей Киясов предложил усилить профильную подготовку на подготовительном факультете, где на первоначальном этапе учатся все иностранные студенты. Проректор по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев отметил расширение образовательных программ на английском языке и проблемы адаптации иностранных студентов. В этом году институт планирует принять около 80 студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Ректор призвал ставить более амбициозные задачи, а для повышения привлекательности вуза посоветовал переформатировать не только содержание, но и название программ. Вначале люди видят обвертку, название. Да? Они сразу смотрят, где они, скорее всего, будут работать. От названия, коллеги, тоже много зависит. В самом названии должно звучать все, что мы делаем. Общие данные по приему иностранцев представил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Он рассказал, что общий контингент иностранных обучающихся по итогам приема должен составить 6200 человек, где не менее 1465 поступят на первый курс. В завершение ректорат заслушал доклад директора Института психологии и образования КФУ Айдара Калимулина об итогах проведения 4-го международного форума по педагогическому образованию. Ректор призвал критически проанализировать все прозвучавшие в рамках форума доклады и поступившие советы и использовать в работе лучшие из них. Ожидается, что на следующем ректорате свои доклады по приему абитуриентов представит Институт управления экономики и финансов, Институт физики и Институты математического блока. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.